Сложная эпидобстановка не позволила отметить День молодежи 27 июня. Но после снятия ограничительных мер в Одинцовском округе все же устроили молодежный праздник. Активный, яркий, спортивный. Всегда приятно видеть молодежь, занимающуюся спортом. Это лучше, чем дети в подъездах, где-то непонятно чем занимающие. Безусловно, хорошо, что наконец-то у детей есть возможность, детей, подростков, взрослых есть возможность выйти на улицу и заниматься спортом без масок, без перчаток. Соревнования по скейтбордингу, воркауту и киберспорту. Музыкальная зона для творческих экспериментов и даже патриотический сектор с музейными экспонатами. Организаторы приготовили активности на любой вкус. Обещают, все самое интересное впереди. Мы объявляем старт нашим ежегодным долгожданным программам. Значит, программам развития молодежи. Мы объявляем старт бесплатных тренировок по различным интересным молодежным направлениям. В частности, запустили тренировки, бесплатные тренировки по экстремальным видам спорта. Это самокатный спорт, BMX. Одинцовский молодежный центр планирует регулярно проводить соревнования по этим видам. Единороссы обещают активно поддерживать спортивную инициативу. Партия «Единая Россия» поддерживает всегда эти проекты, потому что в здоровой молодежи, в здоровом нашем будущем и есть залог успеха развития нашей страны. А мы всегда за, мы всегда с молодежью, потому что именно они будут делать историю России. Победители соревнований получили памятные подарки, а участники праздника – массу впечатлений и заряд бодрости, которого хватит надолго. Это самый главный приз. Елена Морозова, Екатерина Тулупова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».